В МВД России готовится пересмотр действующих ГОСТов номерных знаков. Разработка новых дизайнов уже началась. К примеру, планируется уменьшить размер номерных знаков для мототехники. По мнению владельцев мотоциклов, эта необходимость назрела давно, так как площадка под задний номер на технике зарубежного производства меньше, чем российский знак. Подобные трудности испытывают и обладатели американских и японских машин. На них штатные отверстия для крепления не совпадают с отверстиями на номерах, а сверлить дополнительный автомобилист не имеет права. В МВД также думают о том, чтобы перенять западный опыт идентификации ретро-автомобилей и машин для соревнований. Публичное обсуждение первой редакции новых стандартов запланировано на сентябрь 2017 года.